В республике еще одной многодетной семьей стало больше. Сегодня в городском перинатальном центре выписали тройняшек. Новоиспеченных родителей приехали поздравить исполняющие обязанности главы города и члены Чувашского совета женщин. Подробности в следующем материале. На выписку малышей новоиспеченный отец Денис пришел с большой группой поддержки. Удержать на руках тройняшек одному и действительно не под силу. Сейчас все дети здоровы и весят больше 2 килограммов, хотя родились малыши с очень низкой массой тела. В перинатальном центре их выхаживали более 40 дней. Дети лежали в реанимации некоторое время, потом уже лежала вместе с ними я. Близкие очень ждут домой всех. Илья, Данила и Полина. Не запутаться, кто есть кто, пока помогают только разноцветные конверты. О таком и не мечтали, говорят счастливые родители. Планировали одного, а тут сразу 2 богатыря и лапочка-дочка. Крохи просто. Я все равно еще не осознаю до конца. Впереди приятные хлопоты. Без помощи молодым родителям не обойтись. Дома тройняшек встречает большое семейство. Нянчится с малышами. Будет кому. Прабабушка, прадедушка есть, вот так что все готовы. Самих много, еще и прибавились трое, ничего страшного. Оказывать поддержку семье пообещали в Республиканском совете женщин. Это большая ответственность. Встречаем такое богатство, которое ни на какие деньги невозможно их сравнить. Дай Бог вам самое главное – здоровье. Но счастливый отец признается, что хотел бы воспитать детей достойными гражданами страны. В будущем, уверен он, малыши станут врачом, полицейским и адвокатом. Случай неординарный, говорят медики, буквально месяц назад из этого же роддома также выписывали тройняшек. Ну а Полина, Илья и Данила стали второй чебоксарской тройней этого года. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.